Да, чтоб под башней тут нагнетать. Вот это я понял. Да, по центру вот тут вот поджимайтесь, пока под мост поднимать начинает, потому что не подниматься там. Посматривать. 90 идем сюда, слиток вам с этой стороны. Мне, в принципе, 90-ка забрать, а там сильно попроще будет. Ну, DCC-шку желательно, конечно. Чтобы не светили уже. Ну, эти парни самые серьезные. Очень-очень странно. Мы в город поехали, что ли? Или глухой дэп у них. Мы в город поехали. Значит, мы с тобой можем дальше. Ну и там есть это. Тут здесь. Так, тяжики пока не этот. Не поднимайтесь выше. Сейчас мы еще прочекаем тут. Успеем на сбитие базы, блин. Там успеем. Присел, присел. Ну тогда поднимайтесь, что ли. Тоже. Да не тут все. Блять, снайпера херово. На базу туда ж поехал. Мы сейчас завяжемся. А там по своему приезду вообще было знание. А у них и все внизу. Да он все внизу, он стоит, вон он все. Они все по катам стреляют. Это не отремонтируют. Он отремонтировался. Так, 90-ки уходим, один 90-ик остается, один 90-ик со мной, поедем через город, сейчас будем оттуда светить, пробовать и выкуривать их оттуда. Я имею в виду, через город их проедем, сейчас будем поджопниками их, или поджопниками из инвиза. Да как он успевает откатиться мне? 50-100 снарядов. Там 32-очка, там 34-ка от башни, давай-ка. Не снизу будет, блин. Пацаны, вы там общаетесь с ним? 50-100 снизу. Забираю. И сзади, ребята, едут. Не да. Блин.
сколько он отстрелялся? 2 метра. У него-то 100 хп. Да я тоже за него шотнул. Сейчас точно не шотнул. Ну, босс, а? Угу. Хитрицы какие. Главное, блядь, ты грамотно ставишь. Как вам? На миллион долларов выставить.